тогда мы одеваем немножко другое. У нас есть бронежилеты. Бронежилеты разных классов. Они также разные там, по тяжести. Ну и на внешний вид тоже немножко отличаются. Давай мы оденем вот это вот. Обязательно с очками. Очки у нас должны быть, знаешь, для чего? Глазки защищают. Нет, солнце это точно. Очки нужны для того, чтобы не зацепило осколками. Ну, конечно, тебе еще расти и расти. Тоже должна быть плотненько одета, и как всегда, вот так вот фиксироваться должна на подбородке.